Здравствуйте! Сегодня хочу показать вам винтовой конвейер в лотке длиной 7 метров из двух секций по 3,5 метра. Сейчас можно видеть шкив на 3 ручья без защиты. В движение ШНЭК приводит электродвигатель на 4 кВт для сети 380 вольт. При желании заказчика устанавливается электродвигатель для сети 220 вольт. Погрузчик оборудован кнопкой включения-выключения. ШНЭК вращается с частотой 300 оборотов в минуту. Диаметр витка составляет 250 мм. Двигатель надежно крепится на устройстве при помощи болтов. На валу располагается шпоночное соединение, которое гораздо долговечнее болтового. Вместо подшипника установлена самосмазывающаяся графитовая втулка из фторопласта. Такой материал не подвержен коррозии и не требует периодической или дополнительной смазки. ШНЭК заказан без выходной горловины и загрузочного бункера. Сейчас вы видите работу конвейера в лотке с шкифом без защиты. Кроме этого, смотрите видео с тестового запуска ШНЭКового конвейера в лотке. Ссылка в описании под роликом. Ознакомьтесь с ассортиментом на официальных сайтах компании. Ссылки на них также продублированы в описании под роликом. Спасибо за просмотр, ждем ваших комментариев и подписывайтесь на канал. Пока-пока!